Добренько. Всем добренько. Говорит, уже все, уже жопу рукой держит, блядь, и, ну, до невозможности, говорит, сейчас, блядь, нахуй, прям на лестнице насру, блядь, и уйду. И, говорит, а что делать, блядь, и уже, говорит, в домофон позвонить. Мы начинаем с вами пятничный стримчик. Сегодня будем играть, кайфовать, отдыхать. И, собственно говоря, я приступаю. А? Всем здравствуйте. Сейчас мы начинаем, скоро будет рубрика новости, также будет рубрика Авито головного мозга, ну и непосредственно плазменный экран. Ну вот актеры собрались, долларовые миллиардеры, и долларовые миллиардеры говорят: так, блять, так дело не пойдет, вот вы должны нам заплатить вот столько-то, вот столько-то. И вообще мы будем играть в фильмах только за определенный гонорар. Потому что, извините меня, какого уровня мы люди? Какого уровня? Вот такие дела. Не нажимается. Олег, ты уже посмотрел фильмы «Горбатая гора», «Лорды раздевалок», «Голубой властелин», «Африканская страсть». А? Советую тебе еще «Двойное проникновение» и «Тайная жизнь профессора». Суперфильм. Ну пиздец. Хрена. Спасибо за большое за советы. Отличный просто совет, отличный фильм. Что тебе не нравится во внешнем? Ну, во-первых, мужественная внешность. Черты лица очень грубые. Широкий подбородок. Она вообще на мужика похожа. То есть, если убери длинные волосы, будет какой-то паренек. Олег, это твоя бабушка из твоего родного города Тагил. Олег, ты обещал жениться на Саньке. Он тебя ждет каждый Саньки, день. Да, на ждет, Саньке когда ты его поведешь жениться. Под венец. А я, бабушка, жду от вас внуков. Когда вернешься? Нет, на Саньке я жениться не собираюсь. Квартиру еще не передаю. Да нет, конечно. Питер — это город мечта. Питер — это тот город, в котором я хочу жить. А чтобы в нем жить, блин, единственный вариант — это купить квартиру. А вот получится ли ее купить, вот это уже другой вопрос, блядь. Хотеть-то я хочу, но вот проблема, что может не получиться. И доход-то у меня сейчас не 120, а гораздо меньше. У меня 45 плюс YouTube, того где-то 1100 максимум. Вот. Но я же трачу еще. Квартиру снимать сколько? 25 тысяч примерно за квартиру я отдаю. На еду 1020, наверное. Ну вот. Ну, плюс бензин. Но бензин не сильно там сейчас много езжу, но все равно езжу. Вот еще 1005 прибавляем. Вот. Ну и сколько там осталось? Да и похрен, даже если не продам. Я оставлю его себе. Он хороший телек. Для ретро самое то. Ну-ка идите сюда. О, отлично. Хрен попадешь по этому говну мелкому. Заталебал.
Так, надо жрать пиццу, а то я, блин, сдохну. Чё, кстати, у меня 4 всего жизни, вроде 5 было. Чё, я уже успел жизнь просрать, что ли? Ну а чё не так со звуком игры? Он должен быть. Олег, добренько. Передай привет, пожалуйста, моему другу с Египта, я хочу Вана. Я даже не знаю, как твоего друга назвать. Привет твоему другу. Я хочу Ванал. Я хочу Ванал, типа. Это хейтеры так смеются. Это у них юмор такой. Поросеночку Пупи нравится. Поросеночек передает вашему другу привет. ЧД будет рад. Вот, дядя Лео заслуживает приз зрительских симпатий, так сказать. Приз канала Олег Керман знает, знает. Вот еще Арчер написал ЧД. Короче, все, кто написал ЧД, молодцы. Вы правильно поняли. Так, представлена роскошная фигурка Леди Димитреску из Resident Evil Village. Стоимость 150 тысяч рублей. Вот так вот. Такая вот огромная Леди Димитреску 1 к 4. Чтобы вы понимали, 1 к 4 это довольно большая фигурка. То есть обычно фигурки делают 1 к 6. 1 к 4 это вот, вот такая здоровая она прям. Леди Димитреску у вас на столе. Вот это вот бабища страшная, блядь, с еблом, блядь, как у тети Клавы какой-то из советского кино. Я уж не знаю, кому эта бабища нравится, но кому-то, видно, нравится, поэтому для них сделали вот такую огромную. Нихера себе, она даже больше, чем я думал. 66 сантиметров, это, я не знаю, это вот от пола вот. Как стол, наверное. Он по высоте стола просто. А шириной, как мой сабвуфер. Короче, огромная просто. Лучше бы сделали, блядь, точно такую же фигуру, какой-нибудь там Джилл, я не знаю. Или там представили компьютеры. Знаете, как они называются? Бобер. А? Вот когда у тебя есть монитор Бештау, тебе нужен компьютер-бобер. Ну, есть еще, правда, второй компьютер, который называется Ворон, но бобер, по-моему, гораздо лучше звучит, да? Вот скоро будут обозревать русские геймеры, когда уже там будут санкции, мое почтение, когда уже будут товары стоить не вдвое дороже, чем в Европе, а, не знаю, в 10 раз дороже. Тогда надо будет переходить на все отечественное. Вот, чтобы у тебя и клавиатура отечественная, и монитор отечественный, и стул отечественный, и ты сам отечественный. Сидишь, блядь, и играешь за монитором Бештау, а компьютер у тебя бобер. И это будет охуенно, безусловно. И все, вот так вот будут люди. Вот, смотрите, вот у меня материнская плата Яна, мышка Гравицапа, клавиатура Федор, компьютер бобер, монитор Бештау. И живу и здравствую. Ну и телевизор у меня от Яндекс. С Алисой. Так что хорошо живем. Честно говоря, насчет секс-кукл, мне эта тема вообще не интересна и не нравится. Ну, полная хрень. Нахер она, честно говоря, нужна, вот эта сраная кукла. Выглядит она кринжово. Вот лучше бы они... Ё твою мать. Страшно, блин.
Честно говоря, ёоо. Привет, Алижан. Смотрел твой стрим и пеструн, как обычно, привстал. Но когда ты стал рассказывать по набалдажник, начался сущий пиздец. Вставлю на фильм «Миссия невыполнима», а? Короче, так, микрофонно-камерная пушка Sony. Вот это, короче, профессиональный микрофон Sony. Мне кажется, он будет достаточно неплох для записи голоса на стримах. Вот, любопытненький микрофончик, любопытненький. Как ты относишься к Золотому кольцу? Ну, музыка вот эта, бабушка любит, слушай. Не знаю. Ну да, и Кадышева там, певица. Ты это к чему сейчас спрашиваешь? Там сейчас играет такой. Да включай, послушай. Усилок через пэк отправить — это одно. А вот отправить вот эту максимально хрупкую, максимально нежную плазму, которая чуть что и тут же треснет экран, это совсем другое. Там в пэке бы не справились с этой установкой. То есть эту плазму отправили только потому, что человек, который мне отправлял ее, очень сильно заморочился. То есть сначала заморочился с ее доставкой, там ее перевозили на газели, с его рабочими, которые ее держали внутри кузова, чтобы только ничего с этим телевизором не произошло. Говорит, уже все, уже жопу рукой держит, блядь, и ну до невозможности. Говорит, сейчас, блядь, нахуй, прям на лестнице насру, блядь, и уйду. И говорит, а что делать, блядь? И уже, говорит, в домофон позвонил, типа поднимается, уже сбежать некуда. Надо, блин, заходить в квартиру, а у... Как бы люди мастера жрут, блядь, ждут. Получается, он там домофон, ему дверь открыли, он должен подняться. А он не может подняться. Он сейчас это самое пукан прорвет, блядь. Так сказать. Я люблю. Давайте посмотрим заднюю сторону. Не могу приготовить ужин. Постоянно отвлекает то огурец, то связка бананов. Заходи скорее. Спасибо, да, дед-сосед хороший. Так, ну и это у нас интерактивное кино. Да нахуй я, малыш, блядь! Чёрт, да херня!